Самый мощный пресс в мире усилием в 75 тысяч тонн. Таким оборудованием, кроме Самарского металлургического завода, не может похвастаться никто. Завод до сих пор остается лидером в Европе по производству алюминиевых полуфабрикатов, а по многим видам продукции и монополистом. Особая гордость самарских металлургов – производство алюминиевой ленты для изготовления банок под напитки. В России это пока единственное предприятие, которое освоило это высокотехнологичное производство. Гордимся мы тем, что за последние уже 7 лет мы провели 5-ю уже коренную реконструкцию нашего завода. В результате наше предприятие сегодня соответствует полностью мировому уровню качества. Мы успешно конкурируем как на внутренних, так и на внешних рынках. Сейчас завод работает над инновационными проектами, которые еще больше укрепят его позиции на рынке. Уже в следующем году планируется возобновить производство алюминиевых бурильных труб. Идет работа над внедрением алюминия в коммерческий транспорт. Это связано с производством алюминиевых железнодорожных вагонов, чего сегодня в нашей стране не существует, именно грузовых вагонов. Мы работаем над тем, чтобы расширить ассортимент сплавов и металлов, с которыми мы работаем. Мы хотим добавить титан и другие жаропрочные сплавы в нашу линейку продуктов. В цехах, где ведется прессовое и прокатное производство, побывал глава администрации Самары Олег Фурсов. Руководство завода показало, как работает один из крупнейших отечественных производителей алюминиевых полуфабрикатов. В этом году «Алкоа» Самарский металлургический завод отмечает 55-летие с момента принятия завода в эксплуатацию. В советские годы был опорным предприятием, да и сейчас является опорным предприятием для большинства производств нашей страны. Вот то, что мы сегодня увидели, оно, конечно, впечатляет. Очень радостно, что на протяжении последних лет растут заказы на 20% в год. Вот руководство сегодня проинформировало. Это позволяет платить заработную плату людям хорошую, позволяет решать проблемы кадрового дефицита, позволяет уверенно смотреть вперед. Трудовой коллектив – особая гордость завода. Здесь работают и доктора, и кандидаты технических наук. Сотрудники постоянно проходят курсы повышения квалификации. Заслуженных металлургов, а также всех отличившихся заводчан отметили наградами на торжестве по случаю юбилея завода. Глава администрации отметил, встречаться будут и впредь. Муниципалитет вместе с заводом обязательно будет реализовывать совместные планы по благоустройству территории, прилегающей к предприятию, а также всего металлурга. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.